Всем привет, играем в Фазмофобию Соло Кошмар. Где мы, кстати? Где я? Мама, Близдейл, мы в Близдейле. Джейн Бауэн, датчик движения, детектор МП, распятие. Когда ему тебе перестанут чесать нос? Во время записи видосов? Но это будет в другой жизни. Когда я перестану быть аллергиком. Эх. Что мы имеем? Что мы имеем? Близдейл. Щиточек мы имеем. Хорошо, допустим. Допустим. Здравствуйте, добрый вечер. Досочку Уиджи мы имеем. Хорошо, тоже неплохо. Шкафчики мы имеем. Давайте-ка зададим вопросец какой-нибудь, например, да? Какая комната твоя? До свидания. В смысле, это? Правильно понимаю? Воркшоп, это же это? То есть мне настолько везет, что я просто прихожу, и первая комната, в которую я захожу, это вот она. Это уровень. Или какая-то невероятная удача. Датчики движения распятия. Ну, здесь две таблеточки надо сживать прям сразу. Распятие, распятие. Будет ли он атаковать? Наверное, после таблеточек-то не будет. Давайте так сначала. Представим, как будто бы этого ничего не было. Через окно будем арбу высматривать, выглядывать. Хотя, наверное, смысла в этом особо нет. Так, арба летит. Пойдемте через этот, правда, посмотрим. Через окно. Да, кстати, видно. Прикол, ДС, глянь, летит. Так, ОКЭ, пожалуйста. О, вы что-то трогаете? А следов не оставляете? Зачем так делать? Я еще ни разу не видела... Кидок. Не очень сильный, но на самом деле существенный. Я ни разу не видела, что поставляли отпечатки на этих шкафчиках. Я не знаю, как они должны выглядеть. С какой они вообще должны быть стороны. Я бы лучше посмотрела бы стук в окно. Еще раз, чтобы просто убедиться, что отпечатков нет. Пока не увижу на шкафчиках. Я на шкафчиках и на холодильниках не видела. Вот как обнова вышла, сколько времени уже прошло. И что на холодильниках там типа оставляют руки. Это пока мне не попадалось. Но я думаю, что все впереди. Такс, давай-ка тогда вот так. Раз у нас уже есть арба. Камера стоит. Самое время тащить дотс и блокнот. Сейчас нам придется еще бегать по всему Близдейлу, искать кость. А? Так, вот это тоже, смотри, кинул. Хорошо кинул-то. Очень даже неплохо кинул. Пока здесь. Ты молодой? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Так. Я вас в целом понял. Мне выйти или что?
То есть ты в коридор уже переместился, да? А чего ты здесь банки тогда кидаешь? Арба здесь летит. Что за обманеживание такое, непонятно. Непонятно, непонятно. Холоднее в коридоре. Вот тот коридор, это другая комната. Она, насколько мне известно, не считается воркшопом. У нее там какое-то другое есть название. Арба, да, арбу я вижу. Меня смущает, что он кидается, конечно, но у нас из кидучих тут никого нет. Может быть, он просто так реагирует остро на то, что я там нахожусь. Дотса я не вижу. Он не оставил отпечатков. Насчет ЭМП, наверное, Пятерыч бы уже показал, как мне кажется. Поэтому, может быть, радиоприемник еще даст. Отпечатки либо блокнот. Я думаю, какая-то такая будет история. Но не факт. Надо дождаться отпечатков. Например, в окно, чтобы он постучал или свет выключил. Чтобы мы точно отпечатки уже исключили. Тогда будем думать про блокнот и все прочее. Так, давайте вот здесь вот поставлю. А здесь даже не знаю, блин. Может быть, вот здесь. Так. Ты молодой. Ты злишься. Ха. А чё не отвечал тогда? Скотина такая. Ты посмотри, Хёрд говорит. Мара Юкай Анрё. Не очень хорошая пачка. Давайте возьмем два распятия. Несем пока. Как мы будем проверять Мару? Ну, вдруг... Один раз щиток он уже выключил. Достаточно рано, наверное, по меркам Фазмы, да? С другой стороны, никогда не слышала, что есть какие-то ограничения по времени, когда призрак берет такой и, не знаю, считает, что сейчас пришла пора выключить щиток. В целом мы можем пока бродить, искать кость, заниматься фотографированием. Вдруг призрак на наших глазах что-нибудь включит, например. Начнет атаку в темноте, и мы подумаем, уверуем в то, что это Мара. Не могу пока сказать, что это за призрак. Какие у меня вообще есть подозрения, потому что у меня пока никаких. Я думаю, надо пока погулять. Поискать кость, подсадиться. Может быть, натолкнуться на включенную лампу, я не знаю. Но надо везде свет выключать будет. Прям гадалки не ходи. А он опять выключил свет. Так, подозрительно, подозрительно. Выключил. А я включила только что. А он выключил. Это похоже уже на перещелчок. А что ска... Вот этот шкафчик работал! Я могу поклясться, что она держала его изнутри. Во приколы.
Ну, это уже похоже на Мару. Насчет Анрё там прям вопросы. А, нам даже не придется гулять слишком долго, чпоньк. А, что же нам так-то делать? В целом, конечно, у нас кресты, у нас доска Уиджи, у нас бешеная вариативность. Можем делать все, что захотим. Можем вызвать охоту. Спрятаться в шкафчике, подождать, пока она уйдет, включить фонарь, посмотреть, придет ли она. Но здесь есть допущение, что она, может быть, не уйдет далеко. Мы тогда не сможем проверить Йокая. Что мы еще можем сделать? Можем принести свечки, расставить на крестах, вызвать охоту, как я уже сказала, а потом ждать следующую охоту, последить за свечками, последить за крестами, чтобы исключить Анрё. Но, блин, я не знаю, я не умею исключать прям Анрё. Я могу сделать вот эту проверку на Анрё, как бы. Типа. Но с уверенностью сказать, что это типа точно не Анрё, я не могу, к сожалению. Но в любом случае, да, звучит как план. Сейчас тогда вызываем охоту, попробуем проверить на Йокае. Я надеюсь, получится. Три свечки мне хватит, но я думаю, хватит. Три свечки, два благовония. На все мои опыты и эксперименты должно прям хватить. Такс. Заносим. На крест поставили раз, на крест поставили два, а он точно тут вообще. Как вы думаете? Я вот не знаю. Ну, свет моргает. Ползучка. Вот такое. Не очень приятно это все. Здесь она или нет? Наверное, да. А свечка потухла. Я думаю, что-то стало резко темно, но я не поняла, почему. Ну, давай попробуем. Какая комната твоя? Какая комната твоя? До свидания. Холлы, то есть, да? То есть не сработает мой крест. Она вот там уже. Такс, 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 такс. Сейчас я соображу, что мне делать. Свечку. Давай сюда. Крест. Туда. О, как ты быстро тушишь. Ты давай мне не сбив. Эй! Ползучка! Иди сюда. Я здесь. Что-то я не поняла. Что-то как-то. Так, подожди. Заблудилась.
Так, где еще крест? Заспавнился она, мне кажется, вот здесь. Какая-то... Затушила? Опачки, крест. Она, короче... Охота какая-то короткая была, нет? Или мне показалось? Я здесь. Иди сюда. Мара. Эй. Мать. Блин, в Близдейле очень тяжело Юкая проверять. Вот она убежала. И все. Тихо, тихо. Почему такие короткие охоты? Это очень странно. Я не понимаю. Это глюк какой-то. Ну реально короткие. Такое, ну прям... Ощущение, что... Не прошла там еще охота-то. А тут уже гост-эвент. Что в первый раз, что во второй. То ли я что-то потеряла чувство времени совсем. То ли это ненормально. Я бы поставила по косвенным признакам Мару, потому что она выключала свет и вырубила щиток мне два раза, хотя я играю не так уж и долго. Насчет Анрё, кто знает. С Юкаем тяжело, я уже проверяла на Близдейле Юкая, и точно так же никто не пришел. Я поставила Юкая, оказалось, что это не Юкай, просто, видимо, в Близдейле, если призрак уходит куда-то вот за пределы кухни, то он обратно уже не возвращается. Ну, либо он сам идет, у него траектория, да, и он вернулся, но ты его зовешь фонарем, мне кажется, ему там уже далеко, он уже не слышит в том моменте. Свеча погасла. Дверь там какая-то закрылась. Это Юрей. На свечку ему как будто бы наплевать. Вроде как. Не хочется сейчас просто умереть глупо как-то. Мне кажется, она вообще ушла. Какая комната твоя? Какая комната твоя? Ага. Я здесь. Алло. Ползучка. Эй! Ну все, она опять убежала, ей вообще нет дела до меня. Слушайте, ну я не знаю, что с этим делать. Поскольку я реально уже тестировала эту фигню в Близдейле, Юкай вот из этой комнаты вообще... О, не Юкай, призрак! Не слышит ничего, то есть он не возвращается, это правда, так и есть. Видимо, здесь очень большие расстояния, надо как-то тестировать в других местах, чтобы эта вся ерунда сработала, ну иначе я не могу это объяснить. Я поставлю Мару, потому что, ну потому... Потому что я видела, это была Мара. Два ранних выключения щитка, плюс такой, ну, немножко запоздалый, но перещелчок.
На Юкая я не буду рассчитывать, потому что тест в Близды или, как по мне, не работает. А на Риону она тушила свечки, но не сказать, что она после них начинала охоту. Я буду думать, что это Мара. Понятно, что она уже не здесь, и, видимо, она уже не в коридоре. Она, наверное, где-то на кухне уже спавнится. Но на кухне такое ощущение, что должно добивать-то до мастерской. Почему нет? Анрё. Ну, я говорила насчет Анрё, я его не могу никак выявить. Потому что как-то... Не знаю, вроде все складывается, а вроде потом оказывается, что надо было как-то не так тестировать, не так проводить эти проверки со свечками. Но опять-таки, типа, видите, Анрё, это не Юкай, я его звала-звала, он не приходит. Он даже когда был в соседней комнате, он не приходил. А если, типа, призрак находится что-то типа на кухне, то до мастерской не добивает звук, ни звук, ни микрофон, короче, ничего не добивает. То ли первый этаж какой-то багнутый в Близдейле, потому что в прошлый раз я точно так же пыталась в мастерской призвать призрака, он не пришел, я решила, что Йокай. Надо бы второй этаж еще протестить. Посмотреть, например, слышит ли он тебя в одном конце коридора, если ты в спальне, к примеру. Посмотреть, придет ли он. Ну, блин, там опасно, там прятаться негде. В шкафчиках-то, конечно, поприятнее прятаться. Но в любом случае, 260 баксов мы получили. Пачка неприятная. Мне она не нравится. Я не знаю, как определять на кошмаре, вот, дифференцировать этих ребят. Либо устраивать какие-то очень опасные тесты на Йокая. А как бы это, ну, не всегда хочется, да, так сильно рисковать. Ну, либо, не знаю, либо дожидаться, пока призрак включит свет, и вы исключите Мару. Но это ж не в каждой катке он может включить свет. В моей он только выключал. Призадумалась. Напишите, как вы действуете, когда вам попадается пачка Мары, Йокая, Анрё. Может быть, расскажете что-нибудь интересное. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите поддержать канал, ссылка на Donation Alerts в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.